The GMS method. Fluency one. English. Русский. Русский. What was Jose doing when the phone rang? Что делал Хосе, когда зазвонил телефон? Что делал когда зазвонил телефон? He was reading a book. Он читал книгу. Он читал книгу. What did he do when the phone rang? Что он делал, когда зазвонил телефон? Что он делал, когда зазвонил телефон? He and the phone. Он прекратил читать и ответил на звонок. Он прекратил читать и ответил на звонок. What did you do Что ты делала вчера утром? Что ты делал в 10.30? Что ты делал в 10.30? Что ты делал в 10.30? We played tennis from 10 to 11:30. Мы играли в теннис с 10 до 11:30. Мы играли в теннис с 10 до 11:30. We were playing tennis. Мы играли в теннис. Мы играли в теннис. Did you watch the basketball game on TV last night? Ты смотрела баскетбольную игру по телевизору вчера вечером? Ты смотрела баскетбольную игру по телевизору вчера вечером? Were you watching TV when I called you? Ты смотрел телевизор, когда я тебе позвонила? Ты смотрел телевизор, когда я тебе позвонила? It didn't rain while we were on vacation. Когда мы были в отпуске, дождей не было. Когда мы были в отпуске, дождей не было. It wasn't raining when I got up. Когда я встала, дождя не было. Когда я встала, дождя не было. I started work at 9 and finished at 4.30. So at 2.30 I was in the middle of working. Я начала работать в девять и закончила в четыре тридцать. Таким образом, в два тридцать я была в процессе работы. Я начала работать в девять и закончила в четыре тридцать. Таким образом, в два тридцать я была в процессе работы. It was when we went out. Когда мы вышли, шел дождь. Когда мы вышли, шел дождь. Я видела их сегодня утром. Они ждали на автобусной остановке. Я видела их сегодня утром. Они ждали на автобусной остановке. She fell asleep while reading. Она уснула, пока читала. Она уснула, пока читала. Khalid broke his arm last week. Khalid сломал руку на прошлой неделе. Khalid сломал руку на прошлой неделе. It happened when he was painting his room. Это случилось, когда он красил стены. Это случилось, когда он красил стены. He fell off the ladder. Он упал с лестницы. Он упал с лестницы. The train arrived at the station, and she got off. Поезд приехал на станцию, и она сошла с него. Поезд приехал на станцию, и она сошла с него. Two friends of hers were waiting to meet her. Двое ее друзей ждали ее, чтобы встретиться. Двое ее друзей ждали ее, чтобы встретиться. Yesterday she was walking down the street when she met Albert. Вчера нашла по улице, когда встретила Альберта. Вчера нашла по улице, когда встретила Альберта. He was going to the station to catch a train, and he was carrying a bag. Он шел на станцию на поезд и нес сумку. Он шел на станцию на поезд и нес сумку. They stopped to talk for a few minutes. Они остановились поговорить несколько минут. Они остановились поговорить несколько минут. Was Lara busy when you went to see her? Лара была занята, когда ты ходил проведать ее. Лара была занята, когда ты ходил проведать ее. Yes, she was да, она занималась. Да, она занималась. What time did the mail this когда сегодня доставили почту? когда сегодня доставили почту ее доставили пока он завтракал ее доставили пока он завтракал was Marta at work today? марта была сегодня на работе марта была сегодня на работе No, she didn't go to work. She was sick. Нет, она не пошла на работу, она заболела. Нет, она не пошла на работу, она заболела. How fast were you driving when the police stopped you? Как быстро ты ехал, когда полиция остановила тебя? Как быстро ты ехал, когда полиция остановила тебя? Я не уверена, но я не ехала слишком быстро. Я не уверена, но я не ехала слишком быстро. Did your team win the baseball game yesterday? Твоя команда вчера выиграла в бейсбольном матче. Твоя команда вчера выиграла в бейсбольном матче. No, the weather was very bad, so we didn't play. Нет, погода была ужасная, поэтому мы не играли. Нет, погода была ужасная, поэтому мы не играли. Мы играли в бейсбол, когда я ударила по мячу и разбила окно. Мы играли в бейсбол, когда я ударила по мячу и разбила окно. Did you see Clara last night? Ты видела Клару прошлой ночью? Ты ночью? Yes, she was wearing a very nice jacket. Да, она была в очень красивом пиджаке. Да, она была в очень красивом пиджаке. What were you doing at 2 this morning? Что ты делала в два часа ночи? Что ты делала в два часа ночи? I was asleep. Я спала. Я спала. I lost my key last night. Я потеряла свой ключ вчера ночью. Я потеряла свой ключ вчера ночью. How did you get into your apartment? Как ты попала в свою квартиру? Как ты попала в свою квартиру? I climbed in through a window. Я залезла через окно. Я залезла через окно. Bernard used to work in a factory. Раньше Бернард работал у меня на заводе. Раньше Бернард работал у меня на заводе. Now he works in a Теперь он работает в супермаркете. Теперь он работает в супермаркете. When I was a child, I used to like Когда я была ребенком, я очень любила шоколад когда я была ребенком я очень любила шоколад I used to read a lot of books, but I don't read much these days раньше я читала много книг, но я не читаю много теперь раньше я читала много книг, но я не читаю много теперь эмилия has short hair now, but it used to be very long у эмилии теперь короткие волосы но раньше они были очень длинные. У Эмилии теперь короткие волосы, но раньше они были очень длинные. Раньше они жили на той же улице, что и мы. А раньше они жили на той же улице, что и мы. We used to see them a lot, but we don't see them very often these days. Раньше мы часто их видели, но теперь мы не часто их видим. Раньше мы часто их видели, но теперь мы не часто их видим. Раньше у Нади было пианино, но она продала его несколько лет назад. Раньше у Нади было пианино, но она продала его несколько лет назад. Licensed by HLXKAG. Brought to you by Glossica. This has been a Glossica production 2015. www.glossica.com